Еще один пункт благоустройства парка «Малаховское озеро» завершен. Там состоялось торжественное открытие входной группы. Праздник посетили министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин и глава Люберец Владимир Ужицкий. Вместе с жителями они приняли участие в экологической акции по посадке деревьев. С тех пор, как в этом парке стартовали работы по благоустройству, прошел ровно год. За это время территория вокруг Малаховского озера кардинально изменилась. Гулять и проводить здесь свободное время стало комфортнее. Кроме наведения красоты, у этого проекта еще одна главная миссия – почистить водоем и навести на нем порядок. Стоит задача привести вот этот уголок, красивый, жемчужину Подмосковья, в такой красивый первозданный вид. И я думаю, что у нас в этом что-то получается. Мы переживаем за это место, и Малаховское озеро – это предмет нашей большой заботы. Одним из проявлений заботы стало проведение экологической акции. На территории парка и на берегу озера посадили новые деревья и кустарники. Для местных жителей это событие имеет особую важность. Хотелось, чтобы внуки потом посмотрели, что здесь наше дерево, что мы приняли участие в таком замечательном мероприятии. Вот прям вот очень трогательно до слез. 6-летний Ваня Пимахин часто гуляет в Малаховском парке с мамой. Всегда мечтал посадить здесь свое дерево. Нужно откопать яму, туда поставить дерево, закопать яму. Обязательно надо воды добавить. И потом каждый день нужно поливать. Теорию мальчик знает хорошо, теперь пришла пора применить ее на практике. Саженец оказался слишком крупным, без помощи взрослых не обошлось. Но дерево, уверен маленький эксперт, посадили правильно. Все, дерево готово. Теперь я буду приходить и смотреть на него. Как оно растет? Да. Хорошо, будем приходить и смотреть. Всего во время акции посадили 80 деревьев. Малаховский парк пополнился рябинами, липами, ивами и туями. В этом году планируется высадить еще около 500 кустарников жасмина и сирени, а также 30 еловых деревьев. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.